Всем привет! Это канал о вязании Азалия Нитин и я Вера. Сегодня 2 марта и у нас продолжается совместный проект «Трио старты» или «Тройные старты». Этот совместный проект организовала Светлана, канал «Связано спицами Светлана». В нем принимают участие блогеры, которые ведут свой YouTube-канал или вязальный аккаунт Instagram, или и то, и другое. Проект будет длиться одну неделю с 1 по 7 марта. Мы начнем 3 новых вязальных процесса и будем работать над ними до конца недели. 7 марта выйдет итоговое видео по всем стартам, где мы покажем свои продвижения и поделимся впечатлениями о вязании, что получается хорошо, а что не очень и почему. Ну и готовые работы позже я обязательно покажу и, может быть, сделаю мастер-класс. Список всех участников проекта есть в описании к этому видео. Сегодня 2 марта и у нас второй старт. Я начну вязать игрушку тигренка. Я подготовила вот уже 3 цвета пряжи. Оранжевый, это Sugar and Cream Lily пряжа. 100% хлопок, американский, пряжа сделана в Канаде. 113 грамм, 174 метра. Сделано в Канаде, 100% хлопок. Такая толстая, хорошая пряжа. И вот 3 таких моточка я подготовила. Сейчас уже начну вязать. Покажу, что у меня получается. A few moments later. Короче, весь день не было времени. Села вот в 7 часов вечера. К 7 часам я связала только вот это вот. Посмотрим, сколько я успею связать до конца дня. Ну, хотя бы, чтобы что-то можно было показать, повяжу. A few moments later. Ну, довольно неплохо я сегодня повязала. 3 детальки у меня получилось. Вот голова сейчас вяжется. Вот она, голова тигрика. Желтый маркер у меня тут начало рядом. Полоски. Здесь будут глаза. Вот так вот стяжку надо будет сделать, чтобы глаза были вот так вот в углублениях. В зеленых глаза маркер, а где красные уши. И здесь будет мордочка. Спереди носик сверху. Вот так вот. Такой вот будет милый тигрик. Еще работы много. Работать и работать. Тигр получается больше, чем я ожидала, и одного мотка оранжевой пряжи, думаю, не хватит. Но у меня есть второй еще. Так что я думаю, я справлюсь с этой задачей. В субботу покажу, или в воскресенье покажу еще одно продвижение. А сейчас я буду с вами прощаться и увидимся с вами завтра в 3 старте. Желаю всем успешной работы, творческого вдохновения и отличного настроения. Всем до завтра. Пока.